Здравствуйте, мои дорогие, мои дорогие, мои дорогие, дорогие, дорогие. Спасибо вам огромное за то, что вы меня смотрите. Итак, сейчас я только пришла с йоги. Хот-йога называется, в горячем зале, плюс 34. Все, как всегда, очень много народу, 30 человек в зале. Я бы сказала, один на другом. В России такого, чтобы один на другом, не было. Ранее в зале было 60 человек, но при короне теперь можно только 30 человек в зал. А вот и что еще, друзья мои, здесь не исправляют ошибки. То есть педагог здесь никогда не исправляет ошибки. Можно запросто убиться, но к тебе никогда не подойдет никто, никто тебя там не потрогает, там тебе ничего не сделает, не подправит. И я спросила одну учительницу, почему так, ведь это же можно очень легко и просто пораниться на йоге. И ответ был такой: в Швеции не принято трогать, это нарушение прав твоего личностного пространства, мы никого не трогаем. А еще одна особенность, было несколько мужчин 40+, и они были все с голыми торсами. Ну, мне вот интересно смотреть на чужого мужика 40+, который там не блещет ни красотой, ни фигурой, на его голый торс. Ну, честно говоря, это кисло. Ну, вот еще что, друзья мои. В том городе, где я живу, люди не здороваются, не говорят друг другу «до свидания». То есть молча-молча-молча все зашли в раздевалку, потом молча все в зал, ни слова, ни полслова. Так же, как в Москве. Когда я ходила в Новосибирске в зал, а мы там перезнакомились, дружили. В Подмосковье тоже перезнакомились, дружили, приятельствовали. Дружить не дружили, приятельствовали. А в Москве то же самое. Не здрасте, не до свидания. Конечно, учителя были хорошие. Учителя, да, профессиональные, грамотные. Народу было в зале немного. А, ну вот, народ вот такой. У меня здесь, друзья, мини-Москва. Всем хорошего дня. Пока-пока. С вами была Александра из Швеции, из Мальмё. В середине Швеции люди другие, кстати, ПС, по скрипту. Когда я была в середине Швеции, я вам рассказывала, люди там другие. Там и здрасте, и до свидания, спасибо, пожалуйста. Это вот где я живу, это мини-Москва. Не вся Швеция мини-Москва, не вся, не вся. Это вот как раз вот местечко, где я живу. Чао-чао.